Продукция «Хенкель» под запретом. Специалисты Роспотребнадзора страны выпустили предписание по изъятию с торговых прилавков продукции немецкой компании. Поводом для такого решения послужило выявление в результате исследования ряда нарушений. Так, в продукции было обнаружено несоответствие нормативных требований по санитарно-химическим и токсикологическим показателям безопасности. В перечень запрещенных к реализации попали кондиционер для белья «Вернель», стиральный порошок «Персил» и моющее средство «Пемес Детский». В черный список Роспотребнадзора также вошли некоторые товары чешской компании «Procter & Gamble» и турецкой фирмы «Colgate Palmolive». Один из крупнейших представительств немецкой компании «Хенкель» работает и на территории Саратовской области в Энгельсе. По словам специалистов, несмотря на большой спектр производимых в этом филиале товаров, запрещенных к продаже наименований выявлено не было. Я могу со всей уверенностью заверить, что данные наименования, из 200 наименований, которые производит наше энгельское предприятие, ни один, так скажем, продукт не попадает под эти требования Роспотребнадзора. То есть для нашего энгельского предприятия это не повлечет никаких ни экономических, ни негативных последствий, воздействий на дальнейшее. В данный момент предприятие работает в полном объеме, с той же загрузкой. Письменное предписание об изъятии с прилавков теперь уже запрещенных товаров получили представители крупных торговых сетей, в том числе и работающих на территории региона.